Меня зовут Вячеслав. Я сегодня хочу вам показать нашу линейку кресел туалетов. Абсолютно все модели вот эти вот регулируются по высоте. Между собой они отличаются следующим. Вот эта модель 10580 называется. Она полностью складная. Складывается и собирается без инструмента. Вот такой вот кнопочный механизм. И можно будет разобрать, будет плоская конструкция. Модель выдерживает вес до 120 килограмм. Модель устойчивая. Следующая модель 10583. Главное отличие этой модели в том, что здесь вот эти вот подлокотники опускаются. Это удобно тогда, когда необходимо больного пересадить. Следующая модель 10581. Вот модель на колесиках. Здесь сами представляете. Такую модель целесообразно брать тогда, когда необходимо больного перекатывать из комнаты в комнату или из палаты в палату, там, по помещению. Если этого не нужно делать, тогда лучше все-таки остановиться на вот этих моделях, которые на опорах. Они поустойчивее. Здесь хоть и есть тормоза, но не самая устойчивая модель. Удобно, опять же, для перекатывания. Вот эта модель 10589. Она чем отличается? Она для крупных людей, рассчитана на вес до 170 килограмм. Обратите внимание, очень широкие подлокотники, широкое расстояние, и вместе с тем конструкция очень легкая, алюминиевая, хотя выдерживает нагрузку до 170. Следующая модель кресло-туалет или кресло-стул, так можно назвать, можно использовать благодаря вот этому сиденью, ну, использовать еще как стул. Вот таким образом здесь горшок изымается, можно прямо из-под больного. И можно использовать просто как стульчик. Следующая модель. Каталка. Каталка с санитарным устройством. Ну, опять же, хороша, наверное, больше для больниц, для палат, когда нужно больного перекатывать. Что удобно, здесь подлокотники также опускаются. Подножки легко съемные. Поддержка под голень. Ну, в принципе, конструкция разбирается. Если надо будет потом перевести куда-то, то в любую машину можно поместить. И вот такая модель. Это уже модель, можно сказать, полноценная коляска с большими задними колесами приводными. То есть здесь ее можно использовать как коляску. Также вот здесь вот у нас санитарное устройство. Есть стояночные тормоза, подножки легкосъемные, подлокотники поднимаются, что тоже удобно для посадки и высадки. Пожалуйста, приезжайте к нам в магазин, выбирайте или просто заказывайте. У нас есть доставка по всей России. Ждем вас!